дорогие друзья, и вот мы видим, как готовится бой. Наша территория по Киванотису. Мы приветствуем и поддерживаем его. Несколько сотен метров. Но, дорогие друзья, представьте, какие ответственные эти сотни метров. Потому что вот из таких сотен складывается 65 тысяч километров. Это общая длина маршрута, дорогие друзья. И сейчас, конечно, под Кабыром продолжится это Олимпийского огня в Липецке. Он примет эстафету из главного спортсмена Липецкого. Работа Олега Кабырова непосредственно связана с тем, как на Yeah, like...